Здравствуйте! Сегодня у нас 22 апреля 2024 года, Харьков, я продолжаю свой видеодневник. У нас похолодало, еще на прошлой неделе, сейчас вообще как-то холодно-холодно, плюс 10 градусов ощущается, как плюс 7. В общем, люди подоставали свою зимнюю одежду, я смотрю, уже идут в куртках, в шапках. Потому что так холодно и ветрено, очень сильный ветер. Вчера ветер прям какой-то выбивал окна дома и выл такой, знаете, был гул, как будто бы вьюга. Вот знаете, как вьюга воет? Вот такой вот был сильный ветер, прям ураган. Было страшно, что сейчас вылетят окна. Я не знаю, возможно, даже где-то повалял деревья, такой был силы. Так, я сейчас бегу по делам, села записать быстро видео, потому что знаю, что многие ждут. Спасибо большое за ваши комментарии. Кто не подписался, подпишитесь обязательно на канал. Мне будет приятно. Сейчас я добавлю еще. Так, не забывайте нажать колокольчик, поставить лайк, в общем. Потому что люди сами просят, напоминай о подписках, о лайках. Потому что забывают. Сейчас я шла мимо речки. А там девушка чистила зубы прямо в речке. Сидела с зубной щеткой и чистила. И меня это, знаете, я прям засняла, потому что, знаете, рассказать... У меня уже были такие случаи, когда я что-то рассказываю, и люди говорят, а ты все врешь. Вот как недавно пишет человек, хватит показывать котов, покажи трупы и разрушения. Если ты не показываешь, значит, это все вранье. Я хочу пригласить вас в Харьков, чтобы вы сами посмотрели на разрушения. Если вы хотите, съездили на кладбище и так далее. Вот кто там просит показать кладбище, люди есть разные, трупы. Приезжайте, сами все увидите. А вот так вот покажи то, покажи это, расскажи. Я же не попка дурак, понимаете, да? Так вот, очень часто я сталкиваюсь с тем, что я что-то показываю, но люди не верят, говорят, нет, это все неправда, ты выдумываешь на ходу, нечем снимать ролики, ты выдумываешь, придумываешь сюжеты. Ну вот я сейчас со спины, я думаю, это с точки зрения морально-этических соображений, возможно снять человека со спины? Я думаю, да, да? Я ее сняла со спины, просто к чему я это? Знаете, я раньше такого, ну, всякое, конечно, может быть в жизни, но раньше я такого не замечала. Сейчас очень многие люди, вот по поводу разрушений, остались без крыши над головой, то есть попросту на улице. Кого-то власти разместили, дали койко-место. Кто-то, знаете, я встречала за эти два года таких людей, и пожилых людей, и молодых людей, которые говорили... В общем, им было стыдно попросить какой-то помощи у властей. Они даже за вот этими бесплатными обедами не ходят. Им стыдно. В общем, я не знаю, что там да как, но мне кажется, это ненормально. Так не должно быть, понимаете? То, что жить без электричества, да, без воды. Понятно, это все такие терпимые вещи, и с этим всем можно жить. В принципе, как мы и живем. Иногда там нет воды, отключения света длительные. Но когда ты уже смотришь, а люди в реке чистят зубы, в 21 веке, это страшно. Понимаете, о чем я? Конечно, сейчас найдутся, я уверена, сейчас начнут писать. Ага. Да так вам и надо, в принципе, с чем я и сталкиваюсь. Но я это все рассказываю для нормальных людей. Ненормальным им что ни покажи, они все равно найдут, к чему прицепиться. Потому что я уже вчера видела там, отращивай монобровь, как у Фриды Кало. Что ты сделала с губами? Ну, в общем, я никогда ничего с собой не делала. Я вообще, знаете, у меня минимальный уход за собой и... Потому что мне не до этого. Здесь сейчас не до жиру быть бы живу.
Но не все, к сожалению, это понимают. Ладно, все, я не хочу говорить о негативе. Я говорю, обращаюсь вообще к нормальным, адекватным людям. Таких очень много, я знаю, смотрят мой канал, которые не поддерживают войну. Я вам просто рассказываю реальные, очевидные факты происходящего. То, что я вижу, что-то я документирую. Вот как, знаете, это же тоже вот как чистка зубов в реке. Это же все тоже, знаете, это, можно уже сказать, документальные съемки. Так, простите, у меня был телефонный звонок, я не закончила свою речь. Звонила Лариса по поводу статуэтки. Сегодня у меня встреча. Кстати, я вам совершенно забыла рассказать, что вчера к нам приходил подписчик. Ну, вчера очень много подписчиков приходило. Пришел один человек, тоже зритель канала, принес иконку 19 века. Я вам ее не показывала, икону бронзовую. Металлопластика в 5 эмалях. А знаете, какой сюжет? Воскресение Христово. То есть, эта икона пасхальная. Она всегда преподносилась, дарилась на Пасху. И, конечно, знаете, это так символично. Это так, вот ты смотришь и думаешь... В общем, я вам не могу вообще передать свои эмоции происходящей действительности тех людей, которые встречаются на нашем жизненном пути, несмотря ни на что. Поэтому я даже не знаю, что еще добавить. Ты просто смотришь, с одной стороны, знаете, меня переполняют эмоции, так что сейчас простите. С одной стороны, ты видишь войну, разрушение, смерти. А с другой стороны, столько людей. Вы знаете, у меня никогда не было такого круга общения до 2022 года, который есть сейчас. Мне всегда казалось, я вам скажу откровенно, то, что, ну, знаете, я всю жизнь любила собак, животных. Я считала, что собаки, они лучше людей. А сейчас, когда я, естественно, я и продолжаю любить животных. Ну, просто судьба показала мне, сколько хороших, добрых, адекватных, с открытыми сердцами людей есть на этом свете. И это, конечно, очень круто. Потому что ты понимаешь, что все равно добро, оно победит, оно всегда побеждает зло. И всегда вот эти вот черные, смутные времена, они заканчиваются. Всегда. Поэтому все будет хорошо. Будем жить долго-долго-долго и счастливо. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. После войны, да, его нашли. Таня. После войны нашли патриарха. Таня. Я говорю, после войны патриарха нашли.